Друзья, всем привет! Сегодня у нас 3 октября, среда, и я вам показываю небольшие покупки продуктовые из Яндекс.Лавки. Первое, это сейчас мы отдадим Kinder Joy с вот этой вот штукой коллекции. Ребеночек собирает, на елочку хочет вешать, они там на канатке. Здесь на 200, по-моему, что-то вот такое. Из нужного, но не очень интересного, здесь у нас отзывы: туалетная бумага, а также бумажные полотенца. Туалетная бумага 4 слоя и бумажные полотенца 2 слоя. Далее муж себе вот такие вот снеки заказал, Доритос. Я не ем чипсы вообще. Вот это вот вкусная вещь от Пикалини. Это такие, знаете, вот как на картинке маленькие мини-пиццки. Конечно, ими не наешься, но ну, если один человек съест, он наест с этой коробкой. Ну, а так это больше для, знаете, как снеки перед телевизором, для перекуса, вот просто побаловаться. Очень вкусные, очень-очень вкусные. Следующая вода, святой источник, подкупили. Далее 3 Red Bull, ну, это, как всегда, классика жанра у нас. Впервые заказываю вот такой вот сок, это от Лавки, сок томатный, не заказывала ранее, но так я что-то подсела на овощные-томатные соки, что ну вот решила попробовать такой. Беру только в таких вот бутылках, в обычных тетрапаках, это нет, это хлам, а не соки, пью только томатный, либо детский вот этот вот с медвежонком, либо березовый, больше никакие соки я не пью. Так, что еще? Повторная покупка. Очень надеялась, что будет в наличии. От Корин Корна со вкусом тыквы. Какая же это интересная вкусняшка. Просто обалдеть. Мне очень понравилось. Это попкорн со вкусом карамели и тыквы. Безумно вкусно, безумно необычно. Действительно, вот этой вот оболочки очень много. Чувствуется и тыквы, карамель. Класс. Следующее, это мои такие вкусняшки дорогие. Royal Forest Кэрэб. Шоколадка из Кэрэба молочная. Обожаю вот от Royal Forest. Они потрясающие делают шоколадки из Кэрэба. Я говорила о том, что я обычный шоколад, ну классический, да, там терпеть не могу. Даже запах не могу выносить. Если вот кто-то рядом будет есть шоколад, мне дурно становится. Ни по вкусу, ни вообще никак, неважно, какие они супер дорогие, не люблю я. А вот из Кэрэба, либо же веганские шоколадки, вот это вот моя тема. Royal Forest делает потрясающие шоколадки, у меня аж слюнка течет. Это мне на 2 раза, здесь 75 грамм, 200 с чем-то рублей стоит. И впервые вот такой вот боб светлый батончик заказала. Тоже это из веганского направления, тоже он... 100 с чем-то рублей стоит. Он на самом деле небольшой. 50 грамм, но хочется мне попробовать. Сейчас вот эта вот марка Bob Enough for Fresh активно продвигается. И в боксы кладут for Fresh эти батончики. В общем, хочу попробовать. Надеюсь, что будет вкусно. Я люблю вот эти все веганские такие шоколадки, вкусняшки. Это все.